задача была здесь собрать женщин, у которых есть вопросы относительно баланса семьи и карьеры, потребность молодых женщин в опыте взаимодействия с женщинами, которые смогли сочетать. Но родилась идея вот этого конгресса «She-Congress». Женская сфера – это общение. А общение – это основа нашего бизнеса. И почему бы не общаться на эти темы, которые всегда актуальны для женщин, и еще получать за это хорошие деньги. Мероприятие действительно очень интересно, потому что здесь собрались самые успешные женщины Украины. Умение поделиться опытом очень важно для женщин. Женщины очень амбициозные, и в основном это здоровые амбиции. И мне очень приятно сегодня в этой атмосфере вообще женщин-лидеров. Я почувствовала эту энергию, невероятно просто лидерство женское. Сегодня главная мысль мне понравилась, что важно не искать отличия между мужчинами и женщинами, мужским или женским стилем управления или руководства, или лидерства, а все-таки находить точки соприкосновения. Именно это помогает многим женщинам создать большие успешные команды. Я очень благодарна компании «Арифлейм», потому что когда ты делаешь мероприятие первый раз, всегда все партнеры смотрят осторожно. Они хотят посмотреть, как ты сделал это один раз, а потом уже поверить тебе, либо не поверить. И «Арифлейм», и «Никлас» поверили с первого раза. Я благодарна, что теперь каждый наш участник идет с подарками от «Арифлейма», с брендированными сумочками, и оставит что-то на память об этом мероприятии. We must take back our world and our world. For every boy and every girl.